Итак, всем привет, дорогие ребята. Чё у меня так лагает? Итак, всем привет, дорогие ребята. В этом видео, да ё-моё, я вам буду... Буду показывать новый назаритовый маяк. Да не лагай, ну пожалуйста. Нет, ребят, извините, у нас лагает. Не немножко, а ультрамножко, ребят. Так, да блин, опять вот эти вот вещи, ребят. Они мне надо, да ёпрсты. Блин, ребят, мне лагает. Чё так быстро? Так, ребят, делаем себе скорость, а то мы, ребят, как улитка, ходим. Опа, ребят. И теперь мы будем ходить как эндермен, ребят. Эндермены же быстрее ходят. Если они меня догонят все время, если я случайно на них посмотрю. Вот, ребят, и теперь мы смотрите, как быстро... скорость не помогает до порта. Хотя, ребят, скорость хоть на одну капельку, ребят, помогает дойти до портала, но все равно... Как бы ближе к порталу скорость начинает у меня пропадать, ребят. Вот, да, ребят, я сейчас вам покажу про новый назаритовый маяк. Блин, ну скоро железные блоки закончатся. Да ё-моё. Всё, ребят. И как бы берем яблочко, а то у нас оно закончилось. В смысле? А вот, ребят, и отправляемся в Эндермир. Вот, точнее, в Эндеркрай. И, ребят, как вы видите, у нас фулл сетовый назаритовый маяк. Вот. И теперь мы тут можем бегать намного быстрее. Не как улитка, а смотрите, ребят. А вот так вот быстро. Вот мне даже непривычно бегать вот так вот быстро, ребят, да-да. Вот да-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 да. И теперь мы можем бегать вот так вот быстро на край света. А еще в прыжке, ребят, кстати, не только в прыжке из топора урон больше наносится, но еще и в прыжке вы можете бегать быстрее, ребят. Да-да. В смысле, ребят? Я что так долго отошел? Ой-ой-ой, быстрее, ребят! У нас сейчас эффект закончится, нет! Да блин, ребят, мы не успели. Тупой Майнкрафт, блин. Так что у меня за сообщение там пришло? Да нет! Ребят, извините, у меня залагало все. До свидания. Блин, меня залагало. Ну, пожалуйста. Все, а я вышел уже давно. Вот, ребят, почему у меня так лагает? Ах, это вот эти сообщения. Ну, блин, ну я не могу. Это, ребят, ну это залагало. Блин, ну что это такое, ребят? Ребят, если что, я замазал все приложение, да, в монтаже, то это вам нельзя видеть, если что. Блин, ребят, перезаходим в Майнкрафт, короче. Блин. Во, ребят, у нас загрузка Майнкрафт. Да. На, ребят, мы заходим в Майнкрафт. Блин, ребят, вот почему у нас вышло из игры, ребят? Мне приходится опять монтаж этот делать. Замазывать эти приложения все, чтобы вы не увидели, что это секретно. Если что... Блин, чё так долго? Да.
Ну, ребят, блин, у нас что-то медленно заходит, медленно заходит, медленно заходит, медленно заходит. Блин, ребята, что такое? Ну... Что-то у меня не заходит. А вот, ребят, заходит. Ну и где мы? Опять в обычном мире? А нет, ребят. Во, ребят, мы вот тут как раз. Ребят, давайте... Ребят, у меня теперь наконец-то не лагает. Уф, ребят, мы очистили сообщение. Вот, ребят, и как бы... Ой, я хочу на себя посмотреть с новым скином, ребят. Вот, и так, ребят. Вау, ребят. Ребят, а вам ничего не кажется? Ребят, а вам не кажется, как будто я с новым скином, ребят? Да, блин, да это таблица мне надо. Вот, ребят, а вам не кажется, что я с новым скином выгляжу еще красивее, ребят? Вам так не кажется? Мне кажется, я выгляжу еще красивее, ребят. Эндермен, да отстань ты! Вот, ребят, ну какой я вам красавчик, а? Красавчик. Вот, смотри. Знаете, да ё-мо! Да блин! Да блин, да за что они на меня нападают? Красавчик! Знаете... Да блин, да ты на мне надоел. Да блин, ребят. Блин, ребят, во, как я вам, красавчик, да? Вот, и, ребят, я для себя тоже красавчик. Вот, мне кажется, я красивее даже стал, ребят. Да, ребят. Вот, и, ребят, да, мы будем продолжать... Ну, мы будем заканчивать. Я вам Назаритовый маяк показал. И, ребят, всем пока-пока!